Всем хай, народ! Вы на канале SkyTop Games. Сегодня я хочу немного поговорить о мутациях в Эврима. О, так сказать, предстоящем. Что планируется? Какие мутации будут из уже заявленных? Вкратце расскажу, для чего они. В каком-то ролике новостей я подробнее рассказывал о них, так что советую поискать в плейлистах новости. Возможно, некоторые мутации, которые я назову, не войдут в игру. Ну а перед тем, как мы продолжим, хочу представить вашему вниманию сервер The World of Dinos. Сервер по The Isle Legacy. Молодой проект, но я уверен, у которого будет успех. Вы долго искали сервер, где не будете чувствовать себя утиснутыми правилами? Тогда этот выбор идеален для вас. Начните изучать удивительный мир динозавров, полностью погрузившись в атмосферу доисторических времен. Насладитесь приятной игрой полукос сервера и прочувствуйте новые эмоции. Каждому новому игроку на сайт выдается 1000 рублей на баланс для приятного старта. Часто проводящиеся ивенты и вкусные плюшки – все это на сервере The World of Dinos. Очень информативный сайт для покупки ваших динозавров и достаточно приемлемые цены. У ребят также есть свой Discord, где вы можете подробнее ознакомиться с данным проектом. Станьте первооткрывателями, вперед навстречу приключениям. Кстати, ближайшие стримы по Legacy совсем скоро, и мы проведем их на этом сервере. Для чего нужны мутации? Коротко еще раз, для чего это нужно и что это такое. Мутация — это будет, так сказать, одна универсальная часть геймплея прокачки вашего динозавра на некоторых этапах жизни. Собственно, это не относится к визуальному изменению, а к изменениям в характеристиках. Прокачка скилла, улучшенная статистика, определенные бафы вашим динозаврам. Вы сможете доминировать даже между своим видом, либо обладать улучшенной выживаемостью от противника. У игрока появится устойчивость к ядам, переломам, отравлениям и прочее. Представьте только себе, что яд от условного динозавра на вас абсолютно никак не сможет действовать. Либо определенному виду будет сложнее вам сделать перелом, или вы сможете быстрее всех регенерировать здоровье. Этакая небольшая цепочка в эволюции вашего перса. Конечно, может для многих показаться диким, но это новшество в геймплей заявлено однозначно, но который будет отключен на некоторых серверах. Мутации будут разными на всех видах животных, то есть обладать разными способностями будут травоядные, всеядные хищники. Некоторые из них в какой-то степени будут пересекаться, возможно, но не факт. В будущем игры, пути ее развития, мы сможем по запаху определять, какой динозавр с мутацией, а какой без нее. Пока нет точной таблицы мутации, на закрытых тестах полгода назад или более она выглядела иначе, но работала. Не полностью, конечно, но плюшки от этого я лично испытал. Опять же, все доступные мутации будут доступны от правильного поведения жизни вашего перса. Скорее всего, сюда включат правильные диеты, но не уверен. В общем, давайте о мутациях. Какие будут и с чем их едят? Шучу. А вы пишите в комментариях, какие мутации вы бы хотели видеть в игре и вообще как в целом себе представляете будущий геймплей. Да, скажу сразу, что все названия могут поменяться. Начнем с хищников и с мутации каннибализма. Система позволит вам поедать свой вид динозавра. В условиях дефицита ресурсов каннибализм станет средством повышения шансов на выживание более сильных и активных видов в игре и, конечно же, позволит доминировать. Каннибализм сможет прокачиваться условно на каждом хищном виде. Мутация «Страшный фест» будет иметь увеличение, наносить противнику больше урона на 20% на ограниченное время после поедания трупа, то есть при полном желудке и правильной диете. Мутация «Шепчущий». При правильной диете во время общения двух одинаковых видов будет уменьшение уровня шума на 50%, но вы будете слышать себя, как обычно в игре. Мутация «Ночной охотник». Улучшит зрение в ночное время на несколько процентов. Будет полезно, скорее всего, на динозаврах, ведущих образ жизни ночной. Мутация, движимый голодом. Ваш низкий голод даст вам возможность наносить противнику на 20% больше урона. Прежде чем мы продолжим, поясню, что все это будет работать, скорее всего, в сочетании некоторых других мутаций и от образа вашей игры. Мутация «Есть, чтобы жить». Поедание еды восстановит ваше здоровье быстрее всех на 10%. Родитель года. Ваши детеныши в гнезде будут
расти быстрее на 10%, также им будет требоваться меньшее количество еды при кормлении. Скорее всего, данная мутация будет работать на хищниках, травоядных и всеядных видах. Имитация хромания. Ваш динозавр определенно сможет имитировать переломы ног. А теперь представьте ситуацию, когда вам такое понадобится и при каких обстоятельствах. И каковы шансы могут быть у противника, который вас увидел. Этим можно будет круто воспользоваться. Мутация «Отдых» предотвратит смерть вашего динозавра от бледа, когда вы лежите. То есть это ускоренная регенерация бледа, собственно. Мутация «Обезумевший кровью». Вы сможете давать дополнительный блид урон на 10%. Кровожадность. Вы сможете пополнять запас воды на 20% во время еды. Мутация «Палач». Высокий урон животным с низким здоровьем. Мутация «Сокрушительный удар» увеличит урон перелома костей противнику на 10%. Прежде чем продолжим, лайк, подписка и колокольчик под роликом прямо сейчас прожми. Теперь мутации, которые будут, скорее всего, пересекаться у всех подвидов. Мутация «Бесстрашный охотник». С данной мутацией мы получим меньше урона при сражении с более крупным противником. Ночной уокер. Быстрое восстановление всех характеристик динозавра в ночное время суток в игре. Мутация «Благословение дождем». Мы будем получать быстрое восстановление здоровья во время гроз и дождей на острове. На одном из стримов, вроде бы Донди, мы, кстати, видели там интересную иконочку. Мутация «Бодрствующий». Быстрое восстановление всех характеристик в дневное время на острове. Распознавание образов. Мы сможем по нюху распознать и почувствовать на расстоянии вид динозавра и человека, наемника Apollo Engineering. А теперь о травоядных и всеядных. Большинство тут как бы все схоже. Мутация «Страшный корм». Мы сможем услышать шаги хищников на большем расстоянии. Мутация «Нейтральная сторона» даст возможность вам быть менее шумным и более скрытным, уменьшит все наши звуки. Мутация «Отказ» позволит нам меньше тратить стамину на 20% во время сражения с противником. Мульчер будет пополнять запас воды на 10% во время дождя. Мутация «Быстрый целитель» – лучшая регенерация здоровья на 10%, чем у других. Мутация «Есть, чтобы жить». Во время еды ваше здоровье восстановится на 10%. Интуиция. Мы будем получать подсказку минут за 5 перед штормом, грозой или засухой. Мутация «Пасти». Мы сможем увеличивать размер нашей группы динозавра сверх лимита, положенного в игре. И под конец мутация со странным названием «Сила через». Увеличит нашу стамину, входящий в нас урон на 5%. Конечно, все, что я рассказал, может полностью поменяться в будущем, но представление мы уже кое-какое, но имеем. Обязательно палец вверх, подписка на канал, колокольчик, комментарии, все дела. Вступай в наш Телеграм, Дискорд, все ссылки полностью в описании. До новых встреч, хорошего выживания в The Isle of Evrima.